вами Семка Герман и воскресный хоррор. Кто-то поди подумал, сегодня вышел Fallout вместо хоррора, но нет. Это тот редкий случай, когда в воскресенье вышло два ролика. Хоррор под названием Мэдисон, про какой-то дом, про какого-то старика, по всей видимости, про человека меня, который, собственно, в эту историю попал. Ой, увидел я его давно, очень давно, но почему-то сейчас вот я не знал, что записать, и вдруг вспомнил про этот хоррор и решил именно его и записать. Какие-то звуки, ну это, судя по всему, по старым доскам идет. Какая-то странная комната. Не знаю. А, это крепеж. Понятно, фонаря? Ну, естественно. Там какая-то комната забаррикадирована, какие-то... Ключ. Не, графинчик неплохой. Tab to inventory. В инвентаре... Ой, в инвентаре. В инвентаре один ключ. Стади кей. Я мог просто внизу прочитать, а прочитал очень быстро, молниеносно, на бирке. Ключа. Блин, а что ты тут медленно ходишь? Ну, понятно, в принципе, то если тут пробежишь, он об штыре, обвозит, короче, все бока все просто раскрываешь, все. Какие-то коробки, что-то Ctrl-C, нет, не... Подожди, Polaroid. Print, check. Какие-то принты про... Оба-на. Снимки какие-то, что это? Ага, понятно, какие-то снимки. Прочекать эти самые... Окей. А, ты ее возьми к себе, подожди. Что мне чекать снимки, да, надо? Ну, окей. Все? Да, нормально, в инвентарь тебе положил. Возьми свечку. А, у тебя же нет ничего такого. Закрыта дверь. У меня же ключ есть. Или это надо как-то применять? Примени ключ, алло. Что у меня еще есть? А, снимки полароида. Окей, полароида. Что это? Фотоаппарат старый такой. Нет, имеется в виду какие-то звуки странные. Я не понимаю, что происходит в данной игре. Что нужно делать? Что за звуки? Пердёж, кряхчёж какой-то. Не хватает чего-то. Сначала что-то другое сделайте. Я не понимаю, как это переводить. А, да твою ж налево-то. Чего? Я не понимаю, что делать. Писульки какие-то. Чего? Что это такое? Мистер Масвелл. Чё-то твой. Херибл. Спирит, я не знаю, что-то твой что-то, очень не знаю. Окей, ты возьми ее к себе, это, пожалуйста. Дорогой мистер Максвелл, это что-то Люси Максвелл, Лука Максвелл, и что-то, я не буду это читать, я все равно не пойму нифига. Ты, может, ее с собой возьмешь? Ее типа нельзя с собой, наверное, взять. Ну, окей, понятно. Я мало бы чего до этого бы додумался. Ясно. Конвертики какие-то. Тихо. Это что такое? На кружку позырить, да? Ну, понятно. Все, на полу больше ничего нету. Тут ничего нету. А что, чтобы доделать-то? Подожди. В общем, короче, разработчик написал, что это типа раннее. Это демо. И типа тут может быть полно всякого. А, тут что-то. Полно. Здрасте. Такого тут, по-моему, не было. В накидке, в ковре что-то такое. В общем, короче, написал разраб то, что тут, возможно, всякие баги и вот фигня какая-нибудь. То, что типа игра залагает, вылетит, не будет никакие кнопки нажиматься. В общем, т.д. и т.п. Что это такое? Ёп! Ты что, ты сумасшедший? Врубай!
придурочный. Идиот. Блин, я по это самое, по привычке нажимаю на Е. А тут все на левую кнопку мыши надо делать. Полароид я ношу. Полароид я ношу. Может быть. Здрасте. А протаскивать надо. А я что, ключ использовал? Да нет. 2 из 8 типа. О, еще полароид. Полароид. Опен. Понятно все. Какие-то снимочки. Оба-на! Дедок которого. Ну все. Все, дверь закрыта. Мы тут мы и сдохнем, собственно. А что это шатается, в смысле? А, то лампочка шатается, понятно все. Все, тут мы, собственно, не будем никогда теперь. Какая-то полка какой-то. Just like that, что-то типа он умер. Он любил. Я не понимаю, о чем говорят эти люди. А, все, эту фотку взять нельзя. Блин, тут какие-то. Оба-на! Можно посмотреть на его портрет. О, боже, ты что делаешь? Ты сумасшедший, что ли? О, боже! Что это? За соседями подглядывать, да? Дыра в стене, типа. Деваха будет. Что это? Хотя их учился. Новости Network. Что-то Hail Family, финал экшен, типа, 3 миллиона людей, типа, Пикассо, золотое что-то, мисс Хелис, финал что-то сделала. And in spite of numerous auctions of the family assets, знаю, no one говорит. Had previously purchased но один из чего-то там зафиксировала камера. Это и была история. Мистер Келли Кит убил всю свою семью. Мою убил всю свою семью. Она позвонила в полицию. Офицер полиции сказал, что типа это другой какой-то акт. Я не понимаю, что это. И погода была плохая, типа. И что? И что? Какая деваха без глаз? Ой. Без глаз, без зрачков. Биксы какие-то, что-то, не знаю, письма. Царь валяется, куда нельзя подобрать. Да, деваха без зрачков, короче, я понял. Просто типа белые яблоки. И все это. Оба, она с помощью лежит, кстати. Я не заметил этого. Мой подарок на день рождения? Но что-то, ну, типа, он уже прошел. Лука, ну, а это ты, Лука, значит. Это, да. Это полароид. Эпту, пресс камеру. Ой, открыть, короче, камеру. И чё? Как подать? Нажмите на правую кнопку мыши, типа. Это да, это старинные это, фотоаппаратные снимки, которые сразу с фотоаппарата вылетают. Полароидские. Не знаю, может, на какие-то еще фотоаппараты тогда были. Понятно. А зафига это? Сфоткать, типа, мне надо сфоткать что-то нужное? Дверь-то закрыта. Что это за... А, понятно все. Это из дырки, где за соседями можно подглядывать. Это для пыток. Я помню те времена, когда что-то было. Может, тебя пытались как раз это фигня? Маленькая комнатка. Еще полароид. Опен. Что с ними? Какие-то я не понимаю. Я понял. Это типа закачивается фотоаппарат. Все понятно, я понял. Но я просто не застал технику такую, как полароид. У меня был фотоаппарат в детстве такой, но он, который уже не работал. Пароль. Колесико прокручивай, да? Мне, короче, нужно где-то пароль узнать. А, типа, куда-то камеру навести, она покажет мне пароль, хотя камера без всякого зума. Ой, не зума, а без прорисовки, без всякой. Это, я так понимаю, за место фонаря мне, да? Ну, например, тут было темно, а сейчас с этим-то... А можно на мышку это делать? Нет, нельзя. На мышку можно только выходить вот на правую кнопку. Хотя можно, может, на левую. На левую снимать, на правую выходить, понятно все. Короче, мне нужно, что... Это он дышит, я понял. Я сначала подумал, сразу думал, кто там дышит. Это он, оказывается, дышит. Я пока что не знаю, что же сделать, но нужно какие-то пароли искать, что-то делать, я не понимаю. Вот это что такое вот? А, Маквелл... Какой-то Маквелл, короче. Моя фамилия, откуда Маквелл здесь?
Палатка мужика. Ага, что-то есть. Кто? А, Альберт Маквелл. 1068. Может, это есть пароль? Мало ли, что, давайте введем. Хотя я тут больше не вижу ничего такого. Ну-ка, у нас тут что-то есть. Господи, это что? А что что-то у нас стало? Или тут так и было? А, преломление лучей. Ну как лучей? От преломления света от лампочки. И, типа там такое, такая тема жесткая. Так, пароль. 1968. Прям догадался. Не-не-не-не-не! Еще маленько. Вот. И второй. 1000. Девятьсот. По-нормальному сделай, пожалуйста. 900. Нормас. 60 чуть пониже. Да? Я не понимаю, какую сторону крутить тогда. Шестьдесят. Я в какую крутить-то, дебил? Ну, наконец-то. 68. Это что было сейчас? Все? Не, это вряд ли, конечно, пароль. Это год того, как было сделано данное фото. Вот какие-то разбросаны. Я не знаю, может что-то пофотографировать, в принципе, дверь тут не открывается, но может как-то использовать ключ. А, тянуть на себя, а я понял все. Так она не открывается, все равно, видите, замок не пьет. Ну давай пофоткаем, в принципе. Ну давайте вот это сфоткаем. Хотя мы это. Ну давайте общий, так сказать, план. А может фотографии бабы сфоткать? Ну ладно, поздно сейчас. Фотографии бабехи сфоткать. Ничего не дало. Может вот, вот, может вот это оптом сфоткать, короче. Я ж портрет деда забрал. Типа, если я вот это вот все крупным планом сфотаю, может это будет? Что-то где-то скрипит, я не пердит, что это кто-то орёт. Может вот это сфотать, я не знаю. А, да, может сейф сфотать, и там мне код пропишут на фотке. Сейчас, подожди, посмотрим, сейчас посмотрим. Достань камеру. Конечно, это все звучит дебильно, но все же. А, там какой-то код. По-моему, стул был не так, он был не так повернут. Кот не вс... Стул же был по-другому повернут, нет? Ну, с крупным планом вот это смотрим. Ёшкин, ты что делаешь-то? Через коромысло. И что теперь делать, верчи? А, повесился, типа. А кто? Это типа паранормальная фигня. Как, видите, вместо лампочки вот это глюки, короче, были знатные такие. И дверь открылась. Здорово, до свидания, называется. Камеру-ка возьми-ка. Какого толку от камеры, все равно ничего не видно. Темно, как в туалете ночью, серьезно. Все, короче, я серьезно жду. Но я... Здрасте. И чё? Ты опять часы или какой-нибудь дебил выскочил на меня? А, вот как надо! Ё-моё, так это реально за место фонаря, только мне надо кадры теперь делать! Да ну это нифига не весело. А, тут все связилось. Портрет повешать! Хорошо, подожди, потом повешаем. Что? А, кружку потом. Потом повешаем портрет. Портрет 100 пудов надо повешать. Камера.
так а в смысле? Ну-ка. А это дождь идет, я понял все. А что вот тут-то? А тут просто голая стена, типа? Так а мы откуда начали-то? Я не понял. Голую стену может сфотать. Ну, я не знаю. Ага. Ничего не произошло? Лампу моргающую, она тут одна, кстати, осталась. Сфоткать путь! А, да! Это прям похоже на правду. Нет. Окей, давайте повешаем портрет деда. I might want to look around for something else first. Я должен делать что-то другое первым? Что? Класс, серьезно. Молодец. Чё это такое, я не понимаю. И чего? И что? Потрогать циферблат. Гвоздь. Ну и ладно. Ёшкин, ты что делаешь-то? Придурок, а! Сумасшедший, ё-моё, я посрался! Сумасшедший дебил, я... Кого с гвоздём-то мне делать? Придурок, сбил меня с панталыги, подожди, кого мне с гвоздем-то делать? Сволочь, это кто-то, дед тот был на снимке, типа, был? Или кто это? Попытаться пробить, не знаю, доски. Что мне делать? Там что-то другое первое, проюзать что-то другое первым, ну это дословно. Типа, проверь что-то другое первым, ну это что-то такое. Гвоздь ставить сюда, и типа, может, какая-то комбинашка откроется. Да нет. Тихо. Тихо. А, это типа просто отблеск такой. Типа. Ну, окей. Я пока что не очень понимаю, что я должен с этим гвоздем делать. Стул. Стул можешь забить. А чем? Молоток найти где-то. Я уже не помню, у меня мысль там, может, правильная была. Дебил этот красный, чертов, сбил меня с панталогии. Я теперь ничего не помню. А что мне с гвоздем-то сделать? Я немножко не понимаю. А, это дверь закрыта. Тихо. Это ж... А, это ручка у меня. Какой-то ключ, думаю. А! Забить дырку, точно! Забить дырку. Сейчас забьем дырку. А, ты просто ее забил, да? Молодец. Не, не то, не то. Оп. И чё, а? И? Сфоткать это, типа, да? Ну да, он, видите, с камерой стоит. Окей. Здорово! Типа показывай. Это ты! Это ты! Ну-ка! Оба на глаза! И чё, типа обернуться, да? Может, я ничего буду? Не, ничего, это ты! Или чё? А, обернись! Это дверь! Это дверь! Окей! Чё? В смысле? А, ключ! Окей! Ключ? Ключ! А потянуть на себя. Мэдисон, здрасте, я чуть тебя прошу. Я прошел это. Ну, классно. Я это прошел. Совсем что ли?
Ну окей, понятно. Вот и это вся демо-игра, которая, судя по всему, демой была, демой и осталась. Все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, нам пока, кстати, посмотрите, чтобы глянули новые ролики плоскостным хором, другим видео, другим эйром. Но такой себе, конечно, хоррор. Ну, хоррор-то он хоррор. Было страшно на моментах с часами первый раз, когда они зазвенели. И с придурком вот этим, который на меня чуть ли не набросился, вот тогда действительно чуть не наложил штаны. Все, всем удачи, всем пока. Thank you.